Воду! Он не горит, зараза такая. Я не знаю, как он добился этого эффекта, но он не горит. Потому что я хлебушек пью. Ты хлебушек? Дай, угу. Дай погрызть. Дай, стой. Стой, зараза. Шурик! Он гадит. Да, я вижу. Ты пытался меня съесть. Насри ему в ухо, в левое. Ребят, я не вписываюсь в эти сексуальные развлечения. Давайте как-нибудь по старинке там с вертухой в щи там, я не знаю, морду набить, еще что-то. Эти современные тенденции по наказанию, что-то я не очень силен в них. Отруби ему правую пятку, если не хочешь срать в ухо. Александр Сергеевич, вы меня немножко пугаете. Почему? Это же вполне разумный подход. Вы не находите? Да я-то, может, и нахожу, но Уголовный кодекс со мной не согласен. Слушайте, свалите отсюда, хоть у меня ресурсы тырят, блин, ёлки-палки. А, тебе нужна кабла, что ли, дана? Раз кабла, два кабла, три кабла, четыре. Еще кабла, еще гравий, а ресурс не отдам. Удивил, блин. Пять, что ли, этот? Угу, слизняк. Харн, слизняк! Ага. Зачем? Я не слизняк. Харн, слизняк. Так. Так. Мне нужно. Мне надо наверх. Зачем? Ну, во-первых, нужно сделать еще как минимум несколько сумок. Кузьмич без сумок не может. Да. Угу. Так у меня уже забит полностью, все забито. Ничего, сразу ты не очистил. Кузьмич без сумок, не Кузьмич. Кузьмич, да? Без Кузьмич, не сумка. Это точно. Поехали. А, нет. Поехали. Не догонишь. Не то поставил. Я не то поставил. Нам надо такой же экстремальный способ, как у Шурика вниз, только надо вверх, чтобы какой-нибудь, не знаю, там мощный пинок башмаком, что-то такое, чтобы ты снизу встал, ты, бум, и ты полетел наверх на скорости. Только без травматизма. Ну а что? Вы же инженер. Вы инженера или где? Мы инженегры. Ну, это сам ты негр. Действительно, Шурик. Нельзя говорить это нехорошее слово. Мне можно. Я инженегр. Да блин, ёлки-палки, что у нас сегодня? Это мой опыт! Иди и наформи себе свой! А это мой опыт. Я хотел ровно эту порцию этого опыта и ни грамма меньше. Тяжело. Спасибо. Вы так добры, так любезны. И вообще, и товарищ, и в частности, Харн, и в частности, пошли строить ферму на базе спавнера. Не хочешь, я понял. Ладно, не вопрос. Давай не будем строить ферму на базе спавнера, сам потом сделаю. А можно вопрос? Вы так и не можете? Да блин, что такое? Не можете спавнер сделать здесь никак, да? Нет, он не крафтится. В смысле, в этом моде или вообще в принципе не в принципе. Так, коровки понеслась, мочилова, гасилова. Господи. Коровы, бегите, он вас всех отлюбит. Нет, поубиваю. Он вас любит. Е-е-е. Я вообще-то их убиваю. Поспом, Шурик, до этого спавнера будет далеко, нет? До чего будет далеко? До спавнера того будет далеко. Почему? Вот если кто-нибудь бы не сломал бы там этот спавнер. Ну это понятно. Он гад и козел, только что это меняет. Ну да. В смысле? Кто? А чё? Где? Кто? Что? Зачем? Ну, почему? Не знаю, глюки. А я вам сумки не сошью, сволочи вы такие. Отберу шахтерский лазер. Прыгну в лаву вместе с ним. Кто нам угрожает? Да вообще... Предлагаю его казнить через мопу.
Да. И отобрать шахтерский лазер. Чувствую себя как-то неправильно. Сначала размножаю этих коров, потом убиваю, блин. Своих детей убиваешь. Ну. Стой, куда побежала. Ой-яй. А тебе каждого теленочка помню. В глаза им заглядывал. Да? И как их зовут? Первый, второй. Вася, Быся, Пыся, Мася, Пася, Дася и... Чего? И Глеб. Чё, какая-то херня с фантазией. Слушай, ты знаешь, сколько тут телят было, блин? Попробуй-ка им всем адекватные имена подбери. Ё-моё, умник, блин. Толкового словаря не хватит. Хитрый какой. И вообще... В китайском... Вася, Вася, Басик, Вася. В китайском этом, как его, словаре имен и не такое найти можно. Мы не в Китае. И что? Ой, все. Не смеши мои тапочки. Ты давно смотрел сводки из этого царского села из Питера? Там кого? Ну, царское село, знаешь, музей в Петербурге? Да, знаю. Вот там китайцы такими ордами гуляют, что скоро уже все. Никогда не смотрел. А зря. Сводки. Там весело. Мне не интересно. Заря. Нет, там реально, там такие... Короче, там реально смешно происходит. Забавные вещи. У нас кончились трубы. Трупы? Нужно делать трубы. Так они делаются. Нужна древесина. Так, всех коров перебил, оставшихся отлюбил, все нормально. А, точно, железо и краник. Железо. Кран. Кан, ты вот столько яиц там насобирал, ты бы хоть тарты из них пёк, что ли? Это не я насобирал. Ты? Нет, я когда их собираю, постоянно размножаю. Закидываю. Я ни разу так не закидываю. Харн размножает яйца, тоже ли? Ну а еще на меня наезжают, блин, что я коров. Я хотя бы коров размножаю, а не яйца. Ну а Харн курит. Так, если... Это не курица, это хавается. Ежели шо, у нас шо? В печках около... Ну где жратва, вон целая куча стейков готовится. Мить это уйду. Окей. Так, я сделал. Ежели шо, мы тут нашли, в смысле наш этот бурилка картонная нашла всяких ресурсов. А у нас кончились трубы? Нет, а я трубы руды сделал, 24 штуки сейчас принесу. В основном всякие руды. Нефтеносная порода, медь, уран, алюминий, свинец, медь, олово, железо, олово. 24 штуки закинул. Давай, нормально. Интересно, она потом их вернет? Эти трубы? Не уверен. Это скорее одноразовые? Скорее всего, это расходка. Слушайте, а у нас же нету этих, как его, чернильных мешков. Ну, от осьминогов. Где-то, по-моему, Шурик, были... она железную руду добывает по блоками. Отлично. Это плохо? Это великолепно. А, все? Есть кузьмична. Много? Почему она встала? Значит, докопалась до низа, надо переставлять. Ты где ее кинул? Я, у тебя в сумке, посмотри, две штуки, да, больше нет. А, ну хорошо, кстати. Тогда же лучше. Тогда сейчас так. Нужно сделать... Еще два белых и один черный, соответственно. Нет, два черных. Вообще отлично. Так. Что, Паш, пойдем представлять. Так. Ключ взял? Так. Да. Давай. Не понял. Что такое? Погоди, не снимай, я сканер возьму. Зачем? Он мне нужен? Нет. Да. Работал уже. Так, а чё он не работает? А, блин, пережечь же надо. Свинцовая руда, уголь. А, слушай, да, их можно добыть обратно. Они так остаются. Да? Прекрасно. Так, пережигаем. Ну, короче, медь, свинцовая руда, уголь. Всегда одно то же количество показывает.
Это плохо или хорошо? Ставь куда угодно. Ну. Вот серьезно. Ну откуда ты знаешь? Я пока пойду скопаю эти трубы. Сейчас только стак каблы заберу. А кто чё? Ты зачем? А я опыт фармлю. Мой опыт? Нет. Я трубы копаю, Шурик. Блин, я хотел трубы копать. Ну ты сейчас будешь копать? Я просто кирку пошел делать. А, не алмазы что ли? А, окей. А у меня нет алмазной кирки. Она сгорела из-за Кузьмича. Подарить тебе одну. У тебя их две что ли? Да, одна прочность, другая прочность, эффективность. Любую. Где? Давай, ты где? Ну как где? Там. Я просто на поверхности. А, я около бура. А. Около бура. В смысле буровой основки. Так, сейчас. Вот тебе прочность, эффективность, дир. А, подожди, это не алмазная, блин. Извини, сейчас. А, так я не. Извини. Сорян, обманул. У меня две эти железные. Слушай, Шорик, прикинь. Он копает. Очень странно. Я так понимаю. Он копает не чисто вниз, а еще, я так понимаю, с боков собирает руду. Плохо что ли? Нет, просто ну, походу. Может быть хз. А еще он докопался такой. Че? Вчера. Вчера. А еще ее трубы кончились. Ой, ведьма, здрасте. Уйдите, пожалуйста. Спасибо. Идите ты вежливый. Чё, злым быть. Книжку «Горящая стрела» номер один нашел. Выбил. Да, единственное, что я с собой не взял, тот блок. Вот ты зря полез туда и не взяв блоки. Копай теперь. Стой, не копай, я шучу. Я сейчас скину. Да я рассылку собираю. Который нас так дофига, ну пусть будет. Ну, Карн, у меня есть предложение. Такое простенькое. Давай мы с тобой разберемся, как сделать заставить работать рудопромывочную машину. Так, ты внизу видишь, да? Да. Лови блоки. Сейчас я себе парочку оставлю. Немножко жестоко прозвучало. Ты внизу, а лови блоки. Бам! Спасибо. Штук 50 гравий. Там еще летит. Так. Пау. 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 Тебе должно хватить. Пау. 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 Так запихнешь, да, в этот трубы? Ау. В бур. Ага. Я хотел еще одну белую сумку сделать. Черт. Ребят, никому коричневую сумку не нужна. Давай. Ты где? Около бура? Да. Блин, лажа. А что не так с коричневой сумкой? Ну, почему ты хочешь от нее избавиться? Шурик, стой, ты куда? Сумку-то возьми. Ладно. Чем тебя она не устраивает? Я просто разделил по цветам. В коричневой сумке у меня лежат чисто мои инструменты. В белых будут лежать всякие камни и так далее, а в черных эти руда покруче. Ну, это разумно делить. Вот. Вот видишь, там... немножко... Цветовая дифференциация штанов. Да, типа того. Давно уже было придумано, еще задолго до нас. Так, пора вниз. Копать. Да, нехило это. Вот всей этой толпы коров, блин, хватило ровно на две сумки, блин, на три сумки. Капец.
Так и пользуешься моим спуском? А то ж. Он же быстро же. Да, даже я тут даже и не спорю. Прямо аж это приятно, что ли. Не зря делал, не зря старался. Да зря, зря. Да? Да. Ладно, сейчас приду закопай обратно. Давай. И воду уберу. Лаву поставлю, да? Кстати, интересная мысль. Но, по-моему, лава сожжет табличку. Да. Она меня сожжет, знаешь ли. Она все сожжет. А ты этого, поверь мне, не хочешь. Да? Это, это не та шутка, которую ты хочешь провернуть. Понимаешь, Кузьмич, независимо от того, по какой причине ты умрешь, виноват в гибели Лазара, Бура и Бодряги будешь ты. А вот и нифига. А вот и фига. Если... А не у тебя? У тебя. По твоей ответственности? Да, все. А уж как там умудрился умереть, это дело десятое. Хреново, если тебя мотиватор, я тебе скажу. А я тебя не мотивирую. Точнее, мотивирую, но не на то, на что ты думаешь. Извращенец. Старый. О-о. Молодой. Старый, старый. Пока еще молодой. Я младше тебя, значит молодой. Нашу тоже мне достижение. А, ну да, ты... Все верно, старый, согласен. Старый не древний же, правильно? То есть в целом я согласен на старого, да. Ты еще так себе, знаешь. Чего так себе? Ну ладно, забей. Согласен, так согласен. Вон, Карн молодой извращенец. Точно. Я бы даже сказал пиздюк. Пиздюк извращенец? Угу. Звучит как название какого-то фильма. Порнографического. Хм. Карн, я и не знал, что ты в таком снимаешься. Я запомнил. Я... Чего? Он пытается, как я, быть. А! Я просто записал книжку. В какую? Простую книжку. В какую? В электронную или обычную? Обычную. Я электронную не пользуюсь. Категорически. А кто автор этой книжки? Действительно. Ну, если я написал, значит я? Нет. Кто автор книжки, в которую ты записал? Я. У тебя есть книжка? Да. То есть ты пишешь что-то? Я не рассказывал вам про это. Великолепно. Ты не рассказывал. Дневничок. Для меня сюрприз закапывается, я мне мозги просто кашу. В овсяную или в гречневую? Я не знаю. Или в пшенную? Какую-нибудь. А еще бывает гороховая каша. Угу. Она такая музыкальная, пердячая. Чего, блять? В смысле? Ты наверняка такую нормальную тарелку гороховой каши. Ладно, что ты хотел, пошли делать. Так, что я хотел делать? Да опять какие-нибудь извращения стопудов. Блять. Ну хорош, криперы. Что, фармить не дают? Он упал, взорвался. Очнулся, гипс. Так я придумал, что ты хочешь? Да я забыл, блин. Я хотел... чтобы мы с тобой сделали спавнер, но это нет, не сегодня. После этого у меня была только... А, подожди, так мы сделали. Мы же бур поставили. Угу. Ну вот. Так это же не спавнер, это бур. Так нет, спавнер на потом. А-а-а. Это нужно подходить с трезвыми мозгами, с выспанными и так далее. То есть никогда. Ну, то есть не сегодня. Хэм, ты мне объясни одну простую вещь. Если тебе настолько херово, ты что здесь делаешь, а? Ты спать должен, блин. Ох, Курик попросил помочь, чем помогаю. Нет, все, иди спать. Отсыпайся, иначе ты сдохнешь, а мертвый Карн нам тут нахер не сплющился.
То ладно, буду подванивать сейчас слегка. У себя дома подванивать. Ну, так и будет. Ну. И что в этом хорошего? Действительно. Подваниваю. Хм. А, то есть ты любишь подванивать? Окей. Мы ладно, только что узнали темную сторону Карна. Угу. А, куда коровы делись? Я их всех истребил, я же сказал. Кузьмич! Шо, размножаться захотел? А хрен-то там Кузьмич уже все сделал. Да нет, я хотел наоборот прокачаться их по геноцидить. Кориц убивай. Действительно. Потом возьми яйца и размножай их пшено. А потом перейди к свиньям, возьми только мало. Перед этим. Ты только овец не трогай. Чё это? Потому что я заколебался их создавать. Потому что пока что их трогать нельзя. Тот уронит овцу, того потрогаю я. Окей, я Карн понял. Трогал овцу. Хм. Они так орут прикольно. Когда я их убиваю. Мы только что узнали темную сторону Шурика. Да. Лучше бы и не знали. Теперь тебе придется нас убить. Да. Так же, как и курицу. Пак-пак-пак! Вот так вот. А мы так не будем кричать, мы будем кричать так, как тебе не понравится. А как мне не понравится? Полиция, полиция? Нет. Почему? Почему тут вообще полиция? Чтоб нас еще и дубинками поколотили, хорошая идея. Да. Так. Какого хрена тут происходит? Шурик убил куриц, я теперь их размножаю. Полное взаимопонимание. Да. Ну, правильно. Нормальных-то монстров у него яиц не хватает. Истребляет, понимаешь, наш скот рогатый, хвостатый. Чтобы пойти карту поразведывать. А? Чё? Кто? Куда? Я говорю, что ты тьмо. Потому что кто не пьет цай, тот тьмо. А я пью цай. Особенно по утрам. А сейчас не пью, по утрам пью. А сейчас нет, а по утрам пью. Значит, сейчас ты тьмо. Каждую пятницу я пью. И нахрена они мне тут, блин? Да ты... мне насрать нахрена! Нормально, блин. Это мой подарок тебе. Харн. Он мне только что... Он взял и устроил... Геноцид? Ага, если бы геноцид. Мне курятник наоборот. Устроил. Наоборот. Мне курятник устроил тут внизу, блин. Ничего-ничего, Александр Сергеевич, я не злопамятный, просто злой память хорошая. Эй! Чё началось? А я тут курятину отстреливаю. Я тебе ж цыплят подогнал на халяву. Смотри, цыпленок экстремал, Шурик. Иди сюда быстрее. Вон стоит, видишь? А, около лавы, да. Ах ты ж. А, нет, опять взяли? Слушай, это реально цыпленок хочет поджариться. Цыпленок жареный, цыпленок пареный. Давайте да? без этого шансона советских времен. Ну ты же его помнишь, Кузьмич? Помню. У меня бабуля эту песню очень любила. Она серьезно? Она ее считала очень забавной. Я так и не смог ей объяснить, что это самый обыкновенный шансон. Ага. Причем весьма тупой дворовый. Ого, какая здоровая цаца прискакал.
Так. Откуда здесь этот долбанный кусок камня? Спросил чувак, находящийся под землей. Вот именно. Как быстро передвигаться в Майнкрафте? Как? Панихоп! Смотри, меня прям еще. Ты где? Здесь, вот здесь, для тебя. Вот. Ну. Да. Ну и? Смотри, я сейчас бегу такой. Панихоп! Хм. Шурик, по-моему, мы его теряем. Предлагаю скинуть его. Откуда? Откуда-нибудь. Чё ты меня бьёшь? Это Шурик предложил тебя скинуть. Я его ещё не поддерживал. Тебя Шурик бьёт. Да. Чего? Я ещё наверху стою. А кто меня только что ударил несколько раз? Не я. Вот. Вам что делать нечего? Чего вы тут топчетесь, блин? У нас сегодня вся запись. Я начинаю бурить, это два меня стеной стоят. Херня какой-то маются, блин. А ну идите в космос осваивать быстро, блин. Заколебали. Иди в космос. В космос иди. Иди в космос. И ты тоже иди в космос. Ты бур не забываешь заряжать? А, нормально все, у меня сбору. Тебе дать как заряжать его? У меня есть эта зарядка. Это попроверено заряжает. Потому что, по-моему, она не заряжала. У меня заряжает. Видео именно, алмазно только, а видео нет. Заряжала. Все уже проверено. Не кипишуй. Шурик даже не реагирует, я его поджег уже два раза, ему вообще насрать. Да, отошел. В мир иной? Тут, что такое? Но... Мне все нормально. Подожди, ты меня поджег? Нет. Я все слышал. Не было такого. По крайней мере, кусок фразы «поджег» я слышал. Зачем ты меня поджег? Шурик, на старости лет начинаются, конечно, галлюцинации, но у тебя что-то совсем все плохо. Чего? Отдай лазер, а? Да вы уйдите отсюда, блин! Чего? Чего? Слушайте, вам что, реально заняться нечем? Вы что у меня тут за спиной херни занимаетесь? Утоплю сейчас нахрен тут все к чертовой матери в океане, блин. Топи. Харда не жалко. Ну ладно. Чего? Видишь, как он рубит? Да. Хватит дрочить у меня за спиной. Смотри, как он рубит, блин. Что происходит, я не понимаю. Мне это не нравится, блин. Хар, не дрочи мне, я не такой. Палыч, наедь на Шурика, скажи ему, чтобы он занимался полезными делами. Нет, я не знаю, чем он сейчас занят. Я на тебя смотрю. Хватит. Я нервничаю, когда на меня смотрят. Ну уж нет. Чё он не горит, блин? Ой, цыплёнок в лаве сгорел. Тот самый цыплёнок. А, он всё-таки... Всё-таки он да, всё-таки сгорел. Ну, он к этому шёл. Что, паса? Что вы тут торчите, блин? Я просто стою и смотрю, как ты копаешь. Шурик, иди космос осваивать, а? Копай, копай. У тебя прекрасно получается. Опа. А, нет, все нормально. Гравий. Нет, все хорошо. Кстати, а вот золото бы лучше добыть иридиевым буром. А где там золото? Чего иридиевым буром? Потому что... А, нет, там похер. Добывай как есть, лазер. Ну, если золото можно, шелковым касанием можно. У нас его нет.
Да ладно. Кузьмич, забей. Оп. Давай как есть. И есть жалкое касание. Вот вам сразу. А, ну он записал. Ну, я вам предложу, он. Я ничего. Посмотрит. Да. Кар, я сейчас так пальну, блин. Сейчас как это, как в мультиках. Я вообще-то из выхода в пещеру. А кто меня в выход заложил, блять? Шурик. Это тебе балкончик. Не ценишь, что ли? Вот, смотри, вот тебе ступеньки. Спускайся, ваше величество. Я не для того тут это все вырубаю, блин. Заколебали. Что случилось, а? Серьезно, что ли, у вас технологии закончились, блин? Стоят зол. Стоят у меня за спиной, ресурсы по-тихому собирают, блин. Хотя, кстати говоря. Так. Эй, что такое? А, ну да. Так. Чё стоим, собираем? Так. Ну, я думаю, камни и земля вас не очень интересуют. Верно. Кузьмич молчит. Алло. Кузьмич. Что? Чё молчишь? Я психую. Тихо. А о чем ему с нами вообще разговаривать? Ну, он психует, видишь. Интересно, а если взять дальнюю дистанцию, жахнуть вперед? Жахни. Ну? Попробуй. Так. Мы дошли. А, ну в принципе... А, ну вот, вот тут жахну. О, да, тут даже есть спуск. Так, берем дальнюю дистанцию. Короткий фокус, дальнее действие. Пи-у. Отойди, Шурик. Пи-у. Вперед, идите изучайте. Вот он, длинный туннель, идите туда. По-моему, эта херня на 64 блока работает. Вот и иди на 64 блока. Да, где-то примерно так. Так, занять их не получил. День 10, занять их не получилось. Кого не получил? Вас. Занять их не получилось. А, тут хан херней страдает. Кан, ты помнишь, зад хотел изучить? Я там потерялся. Я уже не хочу. А ты знаешь, это очень было здорово, когда ты там потерялся. Иди, а, изучать ад. Там... Что, слушай, ты еще раз потерялся? Так. Нет, ты что? Ни в коем. Я немножко авк. Ему, кажется, опять девушка позвонила. Но... Нет, вообще я тоже пошел, кстати. Вот. Но, возможно, потом... Может, у него встал? Точно. Чё? Не. С тобой такого не случается, да? Случается. Но не прямо сейчас. Авк. Это чё, блядь, такое? Шовное послание. Чё ты уворачиваешься? Стой спокойно. Вот тебе, зараза. Смотри, зашифрованное послание.
взрослый человек, а, блин. Частично образованный. Так. О-о-о! Карн, иди сюда бегом. Помнишь, мы говорили с тобой про цыпленка экстремала? Вы Шуриком. Ты не успел. Короче, тут один цыпленок. Я же не видел, где ты, я пытаюсь бегать по кругу, где ты. А, в самом левом дальнем углу. Вот. Посмотри, на это, вот на этого цыпленка наверху. Да. А самый смешной, видишь, вот, вот тут вот кусочек, вот здесь вот. Один цыпленок вот там внутри тусовался. Отлично. Это он решил в баню сходить. Скорее всего. Так, где тут водичка? Бизит, бизит, водичка. Листочки на косичку. В животике булькает чай. Кстати, по счёт зарядки этого можно еще на тело одеть всякую. В смысле? Ну вот смотри, вместо брони на тело сильное. Вот есть такая вот вещь. Я тебе кинул. Она тебя в инвентаре. Mm-hmm. Да ладно? Надеваешь и правую кнопку мышки заряжаешь. Понял. Тут. Но... Так, чё, где, кто? На, давай, держи обратно. Ага, держи. Не, ладно, у меня этот аккумулятор, который мне Шурик подогнал, очень хорошо работает, mm-hmm. так что. Что происходит? Я спать валю. Mm-hmm. Тут цыплята экстремалят около этого, около лавы по полной программе. А Харн пошел спать. Ну, Харн зря так. Опять Слендера кто-то, без его согласия. Ну, кстати, Кузьмич, видишь, я тебе обеспечил какую-никакую компанию в виде цыплят. А кто кашляет, а я не понял. Да пластинку Харн запустил. Я когда первый раз услышал, меня тоже пробрало, блин, что задумываю, Зах. Где там Слендеру плохо стало, блин? Понятно. То есть Харн записал свой кашель, прогнал то на скорости 0.25 и протаранил в игру. Типа того. Блять. Я не согласен. Кузьмич! Я все видел. Это было не специально. А че он такие страшные пластинки включает? Там столько хороших пластинок, он всякую где есть. Где там этот страшный упырь? Сейчас я ему... Около лестницы, около фонтана с огнем. Что, реально страшно? Ну, неприятные звуки просто. А. Я пригнал вниз еще пару телег. Теперь там поболее стало. Так. Да уж, сверхбыстрое продвижение сильно стопорится на обсидиане. Хотя кто-то обещал вычерпать всю лаву. Да, Шурик. А он на нас болт положил. Да. А чего, да, Шурик? Железобетонный, походу. Цыплен. Он же обещал выкачать. Лаву? Я выкачивал. Я эту лаву вытащил, наверное, стака 2. Ну, в смысле, поштя 4 имею в виду. Больше сотни я вынес отсюда вчера. Правда, вчера же их тратил. То есть это, по-твоему, много, да? Ну ладно. Ну, так-то это немало. Копейки. Ты бы еще Слендера сюда привел. А он тебе нужен, да?
Ну, он прикольный, когда тэпается здесь, обязательно в лаву попадает. Карн, где спать, а? Ты хочешь, чтобы у тебя башка? Просто, подожди, мне в голову, мне просто в голову пошла, пошла отличная идея. Да. Шурик, он спать не хочет. Пошел спать! Повлияй на него, ты старше. Ты тоже. Ну. Цыпленок, иди отсюда, что только у меня крутишься, дебил, я тебя поджарю сейчас. Александр. Сейчас, Александр. Сейчас. Старших нужно слушать. Тебе старшие говорят, иди спать. 5 минуточек. А ну-ка немедленно, пока не рассердился. Ну ладно. Сердись. Блять. Кузьмич так не работает. Он поломался, как неправильный Карн. Ну что ты хотел? Человек третьи сутки не спит, блин. Тем более. Скажи спасибо, что он бейсбольную биту не взял и к тебе не поехал. Он не спит третьи сутки и при этом не хочет спать. А, он капитально поломался. Вот и я о том же. Несите нового Карна. Этот уже не годится. Я гожусь всегда. Нет. Ну да. Нет. Не, сейчас реально пойду. Просто что-то не сделать. Просто посмотреть, как будет выглядеть. Вот иди. Уж иди дрыхни, а серьезно. Сейчас. Ведь вот пару блоков надо сопоставить. Да, еще пару. Просто реально, еще пять минуточек. Просто реально будет красиво выглядеть или нет. Угу, а потом, мам, мне ко второй паре. Если да? Который парень. Чё? Я так ни разу. Я не такая. Я же трамвай. Что прикольно выглядит.